гостях у Елены. Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Вы на канале «В гостях у Елены». И сегодня в рубрике «Покупка», обзор покупок. Мясное будет сегодня, рыбка. Хотела отдельно, но не получается сразу. Ну, когда получается много рыбного сразу, то я, конечно, снимаю отдельно. У меня тут рыбный фарш и рыба-зубатка, в принципе. Ну, я решила все вместе вам показать, когда вот больше будет уже отдельный плейлист рыба. Итак, начну вот с такой вкуснятины, такой большой кусок у меня вышел. Это покупки, кстати, из глобуса. Очень вкусные. Здесь у меня зубатка вышла на... Я не буду вынимать, потому что сочная, она течет. Зубатка и соль. Все, больше здесь ничего нет. Кусок горячего копчения. Это килограмм стоит 659 рублей, 99 копеек. Ну, округляйте. У меня вышло почти килограмм. Вот, 956 грамм. То есть 600 на 630, 95 рублей. Ко мне гости приедут, и я решила, дорогие гостей, угостить вот таким замечательным кусочком зубатки. Очень вкусные. Зубатку я покупаю и замороженную, и охлажденную. Разные покупаю. Очень вкусная штука. Дальше. Это... Сейчас надо было вытащить. Немножко пошуршу. Ну, можно не вытаскивать, в принципе. И так покажу. Так. Это фарш из трески. Килограмм идет 319,99, то есть 320 рублей. Состав просто треска. Вот. Очень мне нравится покупать там фарш. Он, вот где бы я ни покупала фарш, вот глобус, это последняя моя инстанция. Это идеальная продукция мясная. Я просто обожаю там отовариться, мне очень нравится. Вот. Так что буду всякие разные вкусняшки делать. Я вам не раз уже говорила о том, что покупаю. Да и что говорила, показывала. Вот он, видите, мокренький. Сейчас буду по пакетикам и в морозилку. Вот у меня здесь, значит, килограмм. Я на три части делю его, потому что мы вдвоем, нам его хватит. А это мы будем угощать. Дальше. В глобусе также купила фарш постный из свинины. То есть уважать надо людей, если ко мне, мы сейчас уже не кушаем свинину, но это из постной, это просто вкуснятина, не жирная, такая классная. У меня на, вышло кило 638 на 440 рублей и 62 копейки. То есть это я буду угощать, то есть кормить нужно гостей будет. Вот, можно будет сделать тефтели в томатном соусе. Кстати, у меня есть такой рецепт на канале, посмотрите. Очень вкусный, и подавать к любой каше, к чему хочешь. Значит, перец, голубцы нафарширую, потому что как раз сейчас очень много, ну, как бы, отсняла перцы. И капуста есть уже, полно ее. Это тоже у меня есть на канале. Вот. Так что буду угощать гостей. Дальше. Это я уже заморозила, потому что они такие уже были, эти колбаски. Это колбаски, очень вкусные, домашние колбаски, килограмм 219. У меня две штучки на 89. Вот. Мясной цех. Вот. Колбаски свиные для варки. Тоже вот я взяла две штучки. Вот так просто потушу, сделаю домашнюю лапшу. И вот обед для моих гостей будет. Вот. Так что вот так. Это утка. Это уже вот здесь в магазине я покупала. Две грудочки я уже приготовила, а две убрала. Это мы с мужем вот кушаем уточку. Я уже вам говорила и показывала, как я подписываю. Видите, тоже сейчас буду все подписывать. Здесь это вот подписано уже. Вот я прям так положу, потому что скоро готовить ее. И очень мне нравится покупать. Там покупаю третий раз уже. Это богатырь. Я в следующее видео покажу вам колбасы. Вот, тоже богатырь фирмы я купила, попробовала, мне очень понравилось. Вот. Сырокопченая грудинка по-каталонски. Охлажденный, порционный, в вакуумной упаковке. Очень вкусная.
Вот. Такая тоненькая, с прожилочками. Вот. Ну, вкусная. Если хотите, попробуйте. Мне лично понравилось. Вот. Для гостей будет само то. Мы покупали, брали с собой на отдых. И кто с нами отдыхал, все кушали. И всем очень понравилось. Вот. Очень вкусно. Я попробовала. Тоже замечательное качество. Ну что ж, мои дорогие, насчет мясного и рыбного я буду закругляться. Пожелаю вам, как всегда, всего самого доброго, самого хорошего. Старайтесь покупать только качественные продукты, если вы это можете. Лучше отказаться от чего-то другого, от какой емкой какой-то покупки, нечем сэкономить на вашем желудке и здоровье. Я считаю так, лучше меньше, но хорошее. Вот. Ну, это опять-таки, мои дорогие, каждый размышляет по-своему, и каждый покупает то, что он хочет. И опять-таки по карману. Вот. Ну все, мои дорогие, как всегда, вы были в гостях у Елены в рубрике «Обзор покупочек». И сегодня были мясные покупочки. Пока-пока!